Энтузиасты своего дела, так, пожалуй, можно сказать про музейщиков. По обмену опытом коллеги, работники музея в Казани приехали в Новочебоксарский краеведческий музей. Сотрудниками краеведческого музея была организована культурная программа посещения музеев города и республики. Музейных работников Казани поприветствовал директор Новочебоксарского музейного комплекса Александр Ильин, который отметил, что подобные встречи позволяют специалистам музеев обмениваться опытом, знакомиться с новыми приемами, видами и формами работы. Мы очень рады встречать наших гостей, соседей с Татарстана, с Эрмитажа. Казань-Эрмитаж. Это очень значимый музейный комплекс не только в Поволжье, а в России в целом. Я бы сказал, даже и в мире. Но больше всего, конечно, нам приятно то, что такой крупный музейный комплекс приехал не просто как туристы, а изучить наш опыт работы и поделиться своим. Музейщик всегда хочет попробовать своими руками потрогать предмет и живьем увидеть и услышать коллег. Директор музейного комплекса также подробно рассказал о музейной деятельности в Новочебоксарске. Были затронуты вопросы хранения фондов, привлечения посетителей, повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Присутствующие особо подчеркнули регулярную работу музея с дошколятами из детских садов. Нужно напомнить, что на сегодняшний день в городе действуют два музея – художественный и музей краеведения истории города Новочебоксарска. В рамках познавательной встречи казанская делегация познакомилась с экспонатами Новочебоксарского краеведческого музея. У нас такая замечательная традиция в нашем центре «Эрмитаж Казань», а мы являемся первым представительством в России государственного «Эрмитажа» и живем вот в Казанском Кремле уже 11 лет, и практически каждый год у нас есть такая традиция выезжать куда-то изучать. Мы так называем это научно-методический семинар. Мы готовы поделиться своими какими-то знаниями, своими, ну, сказать, успехами, наверное, не очень серьезно по сравнению с этим музеем, с вашим там городом, но во всяком случае узнать, чем живут вообще музеи, ну, вот в республике, у наших соседей. Поэтому мы практически объездили музеи нашей республики, и уже второй раз в Чувашии мы были, в Чебоксарах, и вот решили приехать в Новочебоксарск. Знакомство музейщиков из Казани с деятельностью чувашских коллег продолжилось за чашкой чая. А дальше их ожидала прогулка по достопримечательностям Новочебоксарска и посещение музея космонавтики в селе Шоршилы. Сабина Вишневская, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.